Здравствуйте, 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 здравствуйте. Давайте посмотрим такой вопрос, будет ли продолжение вашей истории. Попробуем вот в таком формате. Будет мне помогать мой дух-помощник. Нарабатывает силу, учится работать со мной, я с ним. Итак, подумайте о человеке и посмотрим, будет ли продолжение вашей истории. Ну, давайте. Здесь, смотрю, выпала тоска, да, четверка чаш. Говорит о том, что был расход. Люди разочаровались. Возможно, в друг друге оба. По жезлу, да, здесь было по жезлу. Да, здесь между людьми все закончено. Разочаровались люди. Разочаровались. Может быть, разочаровались в том, что только секс соединял, да? Только секс соединял. Вот, давайте поставим так, чтобы было видно. Только секс соединял тут. Дама мечей и отшельник. Между ними все кончено. Вот какое-то разочарование у вас. Разочарование в том, что было. Дама мечей, то есть вы, да, выпали. Такая женщина строгая теперь. Относится, да, ко всему с высоты расстройства, холодная, прямолинейная, упрямая сейчас, да, и отшельник, человек, который приходит в жизнь, да, на вот какой-то миг. Ну, давайте посмотрим, хоть здесь у нас и есть смерть, давайте посмотрим, что же все-таки возможно. Возможно ли будет, возможно ли? Что будет еще? Да, вот видите, расстройство у нас выпало, да, чаши выпали на расстройство. Разочарование в любви, отвернутость, да, что-то не понравилось, что-то не то нашли, да, в друг друге, либо не нашли вообще. Есть тайная связь. Тайная, причем яркая такая, огненная, сексуальная. Тайная женщина. Вы сейчас в новое пошли, да, смотрите все новое. Ну, вот это, видите, конец. Конец вот этому бездействию. Здесь, возможно, еще между двумя людьми, да, было молчание, молчанка. Могли обижать друг друга, да, могли отворачиваться друг от друга, могли уходить, приходить, пренебрегать друг другом, да, обиды. Эти обиды вылились в конец. Да, мужчина мало того, что манипулятор, так здесь мужчина сам строит свою судьбу. Маг и отшельник говорит о том, что здесь мужчина надеется только на себя. Вообще он сам себе, да, как я люблю говорить, режиссер. Маг – это тогда, когда у тебя все инструменты, да, в руках, все стихии, ты ими владеешь. Вот здесь то же самое. Отшельник, он принимает опыт, опыт жизни от всего, вот что только возможно, да. Он сам рисует себе распорядок дня, с кем он будет общаться, что он будет делать, да. Здесь человек, ну, в принципе, не терпящий компанию. Ненадолго приходит, ненадолго. Тайная связь, да, с обидами, с расстройствами друг на друга. Хорошее времяпровождение. Дело в том, что, понимаете, связь-то здесь и была такая. Она, в принципе, и не подразумевала больше ничего, да. Хорошее времяпровождение, любовь, на этом все. Ожидание, да, как такового было, ну, вот уходило в неизвестность. Неизвестно, что было бы. Неизвестность, тайность, да, такая скрытость
Именно и встречи были по огню, по яркости, по сексуальному жару. Яркость, красота, да, встречи такие, знаете, как вот в сказках, да, вот это вот предвкушение, вот такое вот было, да, что вот обилие туз чаш, туз жезлов, оно и говорит о том, что вот прямо было предвкушение, вот как вот сейчас вот сольется, да, вот это вот все, вот как это будет вот выливаться, и вот тут же огонь, да, то есть вода, огонь, они вот вместе здесь были, некий такой баланс был. Но опять же, когда вот случалось, да, вот это вот чаши в чаши, жезл в жезлы, все. Дальше почему-то, да, и разговоров-то и не было. Неизвестность была, тайна неизвестность между людьми. Женщина хотела семью. Вот видите, женщина семью хотела. Думала, что будет новое, да, что-то. Начало чего-то, да, грандиозного, что вольется в семью, перейдет в семейные отношения, но нет. Хитрости, обиды, обман, ну, пренебрежение, да, вот это все закончило связь эту. Мужчина, да, никогда ничего и не предполагал. Он ничего и не развивал бы. Да, здесь мужчина сам знает, что делает, как делает. У него, может быть, уже сценарий есть, да. Еще раз говорю, много дум, мало действий, да. Человек любит получать эмоционально и умственно оргазм. Действий не предполагается здесь. Ну и давайте посмотрим, будет ли продолжение вашей истории, будет ли. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни манили его, да, как бы вот вы не зачаровывали тут императрица, да, нет, нет. И еще императрица здесь может говорить, что человек может быть не свободный, девочки. Он ходок туда-сюда. Он и с семьей может не жить, да, и ни с кем он не будет. То есть человек, который такой, да, как бумеранг, туда-сюда оно возвращается. Здесь смерть, здесь башня. Ожидания разрушены. То, что, понимаете, здесь основа была шаткая, да, все и развалилось. Я не вижу здесь, чтобы что-то было дальше. Не вижу. Да, здесь человек мог быть женат, девочки. Вообще любит женщин ресурсных. От вас он хотел понимания. Не семьи, понимания. Вы тоже хотели. Может быть, вы и не предполагали, да, что женат даже. Человек мог не говорить об этом. Может быть, вы не предполагали, что он не останется с вами, да? Хотели, чтобы он ушел из семьи. Но здесь еще одна из причин разрухи – это то, что человек не свободен. Если у него жены нету, да, если в вашем варианте жены нету, значит, человек здесь строгих правил. То есть он для себя решил, что ему нужно. Либо в вашем случае, либо по жизни вообще. И он придерживается этого строго, понимаете? Никак вот его, вот все его правила, их не стереть никаким ластиком. И он к женщинам приходит за ресурсом. То есть, потому что ему становится нужно, да, женская энергия, внимание, блага какие-то. То есть, вот так вот, девочки. Здесь ничего больше не будет. Здесь уже все взято. Давайте посмотрим, человек вообще вспоминает о вас. Вспоминает ли он о вас? Девочки, другая жизнь. Другое общество сейчас. Другой огонь и цели, да? Нет, не вспоминает он ни о ком, девочки. Только о своей ценности. Только о своей дерзости, о своем огне, о нужных людях, да, и о новой жизни. Все.
Все.